Всем здравствуйте! Очень часто начинающие виноградари сталкиваются с вопросом, что саженцы начинают портиться. Проявляется это в том, что листья начинают скручиваться домиком и края листьев начинают сохнуть. Одна из версий от опытных виноградарей, что это залитый виноград, то есть очень много вы его поливаете. Как это определить? Во-первых, под листьями, вот видите, должно быть видно, есть такие крапельки росы. Это первый симптом. Дальше. На стакане, если он у вас прозрачный, очень много росы. Это значит, что очень много влаги. Как исправить эту ситуацию? В первую очередь, необходимо перестать поливать этот виноград. Но есть еще одна версия, почему виноград начинает портиться. Это то, что винограду не хватает солнца. Как правило, мы проращиваем и растим саженцы винограда весной в доме, когда еще очень мало солнца. Поэтому для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно поставить саженец как можно ближе к окну, к солнечной стороне. По крайней мере, в моем случае это помогло, и саженцы начинают оживать. Успехов вам в виноградарстве! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Успехов вам!